такси закончился. Ждем. Миша загостился и едет теперь. Ждет еще одна бабушка. Галя. Да? Галя. Она приехала с Мурманска. Так что мы еще бабушку Галю покидаем. Да? Я покидаю крошки для стрима. Возвращаемся с Мишулькой домой. Час пик. Столько людей едут все с работы, да? Да. Много людей. А Миша домой. Ну, а ты у нас посетишь. А бабушка в гости. Так темно, мы решили ехать дальше тоже на автобусе. Мишулька еще не знает на каком. Все, будем стоять. Миша, стоп. Звони Ксюше. По такой темноте не очень-то хочется. И Миша, и мне. Ксюша, а какой надо автобус? Массы продвигаются к домам своим. Час пик. Не такой, час как в Москве. Пик. Попробуем на этом доехать. Вышли мы с Мишей из автобуса раньше положенного времени. Он так забит, как во время Советского Союза. Весь как полон до ушей, до самых дверей. Лучше пешком пройтись. Едем с Мишулькой. Угу. Так, как нас не видно, да? Видно, видно. Вот так. Да. Ух ты, Владимир Ленин был очень таким близким. А тут что, смотрите, что есть. Что, ну, что, расскажи мне, что у вас в лифту. Ну, вот. Рост знаменитых людей. Да. Например. Например, Анджелина Джоли 173. Арнольд Шварценеггер 188. Его, кстати, одет, он был фашистом. А Михаил Ломоносов 199. Мадонна, а Мадонна, оказывается, такая коротенькая, 158. Да, ну все, выходим, бабушка. О, а самый мелкий Александр Македонский. Бабушка, сейчас сливы засосет, выходи. Юрий Гагарин, 165. Там кто нас сейчас встретит? А как пахнет вкусно. Ля-ля-ля, кто нас встретил? Привет! Ксюша, Ксюша, привет. Где бабушка? Вот их, кто меня еще встретил. Привет! Я выбила такого лягушонка. Да не, в смысле, я не идем. А вот и наша бабушка любимая. Привет. Галина. Потому что здесь... Моя сваха. Познакомьтесь. В автомате есть очень много... Садики кормят? Не очень, да? В маленькие порции, да? А, балдеж. Привет, вы все, Женечка. Ты тоже ждешь еду, да? Тоже ждешь. Да ладно. Ой, да ничего, повторишь. Я вам дам. Куда, шеф? Она тоже кушать хочет. Короче, мы были в одном храме еще с бабушкой Юдой. И там два котика такие были. Один... Привет, привет. Зима. Как мне одна женщина написала, да, у нас это уже столько снега, что уже надоел снег. И как-то в этом году рано она началась, колеса рано меняли. Что девчонки напекли тут? А,
как-то все это дело порезать. Ням-ням. Давай его посмотрим. Телефон. Вот так скоро зубик уже выпадет, да? Не, не хочу. Ну что, новый вырастет. Ну, не страшно, если считается, то я не виновата, а еще будет сотка. А где Бусика? Она нашла, она уже вон пристроилась. Вечерний сон. Да, я уже пойду, буду собираться. Спасибо тебе за викторину. Это тебе спасибо. За историческую. Спасибо. Ну, давай. Ну, что мне сказать? Здесь так хорошо этому фикус 40 разросся. Мамочки, спасибо за пиццу, за теплый прием. Мамочки, привет. Хорошо, на здоровье. Я пошла. Давай. С Мишуткой. Угу. А у тебя уже зубика не будет, когда мы увидимся, да? Уже новенький. Запечатлю. Все. Машите мне все ручкой. Пока. Всем пока. Ой, так красиво.